В конкурсе приветствия выступит сборная Татарской лиги город Набережные Челны. А может быть похожи на азиат, а может быть похожи мы на бурят, а может быть похожи мы на котят. Никто не знает, кто мы наверняка. Татары, фиг пойми, чё мы за народ, чё мы за народ, чак-чаки едим мы круглый год, рот не устает, салям! Ребята, председатель идет! Так, я не понял, что это за фигня? Вот это татары, фиг пойми, что мы за народ. Да, вот это. Ребята, соберитесь, с кем мы сегодня играем? РГУ нефти и газа. Они нам не соперники, у нас самих много нефти и газа. На личном отлично. Я рад за тебя. Правда? Да понял я уже. Три шурупа. У тебя в голове три шурупа, успокойся уже. Ребята, вы что подготовили? Аудиоминиатюра. Ева Польна разочаровала в своем молодом человеке. Вы что, совсем офигели, что ли? Вспомните сезон! Фестиваль! 1/8! 1/4! Ну и, конечно же, полуфинал! Ты зачем дощечки не подпилил? Так я не знал! И что сейчас будем делать? Вы что, совсем с ума сошли, что ли? Ребята, мы сегодня обязательно должны выйти в финал, ведь даже звезды на нашей стороне. Полуфинал! Полумесяц! Получеловек! Заткнись, полудурок! Давайте собрались и как мы умеем с энергетикой. Олга! Татарстан! Добрый вечер, уважаемые уфимцы и уфимчихи! Что говоришь? Будь здоров, спасибо. Ладно, начинаем. Так, ребята, я не понял, почему я в миниатюрах не играю? Председатель, мы подготовили номер про известного телеведущего Первого канала, в котором ты играешь главную роль. О, это я люблю канал. Встречайте, Дмитрий Нагиев! Мальчик, не расстраивайся, у тебя все еще впереди. Вы что, обалдели? Ну-ка, построились! Вы что, выпили, а? Дыхни. Не работает, что ли, а? А нет, показывает. Ладно, давайте продолжаем! Hey! Дорогие друзья, наверняка каждый из вас замечал, что когда в супермаркете что-то пробивает 2 раза, ключи несут очень долго. Давайте посмотрим, почему так происходит. Тамара, я 2 раза пробила, неси ключ от кассы! Сейчас принесу! Здравствуй, странник. Чтобы тебе получить ключ, надо отгадать мою загадку. Тамара! Да сейчас! Ни синий, ни красный. И все? Что за тупая загадка? Ну, ручка. Нет. Ну, например, машина. Нет. Микроволновка. Нет. Прошел 1 час. Тамара, ты где? Очередь уже до Салавата. Да подожди ты. Стул. Нет. Колесо. Нет. Ручка. О, правильно. Так я же говорил уже. А я не услышал. Давай быстрее ключ. Да на, на. Несу. Что ты там? Ну и в конце нашего выступления хотелось бы обратиться к ведущему. Кирилл, вот на прошлой игре вы сказали фразу на татарском языке. Татар лигасын челна командасы.
И у нас сложилось ощущение, что вы татарин. Но чтобы это доказать, вам нужно пройти тест на татарина. Пройдемте, пожалуйста. Итак, Кирилл, первый вопрос. Что говорят татары, когда здороваются? Вариант А. Салам алейкум. Алейкум салам. Правильно. Второй вопрос. Кирилл, как вы получаете зарплату? За месяц или за полумесяц? За месяц. Правильно. Ведь в одном месяце целых два полумесяца. И третье. Повторите вот эту вот песню. Правильно! Ведь ни один настоящий татарин не сможет повторить эту чувашскую песню. Так, ты еще придурок делаешь, а? Следую совету президента! Какому еще совету? Вот этого! Каждому русскому, если потерять кассету, там татарин появится. Встречайте, настоящий татарин Кирилл Лопаткин! Ну что ж, Кирилл, и после того, как вы прошли тест на настоящего татарина, мне кажется, вы сможете сказать эту фразу без акцента. Татар лигасын желман командасы. Ничего страшного. В финале еще поработаем. Сборная татарской лиги. Рахмат!